В эфире новости. И снова в объективе нашего внимания собака, проживающая на автобусной остановке. Добрая, умная, но, к сожалению, вынужденная жить на улице. Давайте найдем ей новый дом. Звонки и сообщения принимаются в нашей редакции. Добрая новость. Собаки, проживающие на автобусной остановке, нашли новый дом. Совсем скоро она отправится в столицу нашей страны. Да, под Новый год действительно случаются чудеса.